С вами Денис, и если вы слышите этот звук, значит мы продолжаем проходить Whispering Willows. Как вы помните, в прошлой части мы дошли до особняка. А что будет дальше? Сейчас узнаем. Готовьте чай или кофеёчек. Приятного просмотра, с вами Казуку Фэмили. И вперед. Навстречу неизведанному пути. И я в кнопку. Слушаем прекрасную музыку, как играет пианино, походу. Так. Летящий ястреб, Марта, Дарби, девочка. И все, да? Привет. До свидания. Так. У этого чувачка, да? Ладно. Так, дух. Вперед, детка. Fucking butterfly. Блять, анимешку бы по этой игре. Она очень подошла бы, анимешный стиль. Что у нас тут, детка? Что? Эй. Отодвигай. О, твою мать. Бедный мой Дарби, его убийцу так и не нашли, сколько я не добивалась. Я пыталась расследовать его смерть. Помоги, я не могу обрести покой, пока убийца не найден. Ясненько. Ладно, пойдем наверх. I got you, Paula. Мы с тобой болтали, женщина. Давай. Но что у нас тут? Лесенка. У нас тут лесенка, да? А тут что? Непонятно, Михалыч, непонятно. Так, ладно. Так, а что в этой комнате? Запертая дверь. Просто запертая, даже... В смысле? Чё? Вообще нельзя? Вот, бля. С кем побеседовать, мать твою? Как музей. Ну да, граммофон это уже... Скоро будут айфоны в музее, блядь. Что за... А, девочка. Вот моя женушка. Гораздо на болтовню с девчонками тратить. Так, понятно, к лифту ты типа нас не пропускаешь, да? Так. Ну, понятно, типа задач. Так, стоп. А тут ничего или что-то тут еще есть тоже? Понятно, запертая дверь, да? Запертая дверь. Наверное, там метель. Да что за... Ты кто? Да, понятно. Это когда мы еще с духом были, да?
На улице дождик, на улице слякоть, а я иду. Кому? Тут небезопасно, а мы лазим так страстно. Ёбаный певец. Так. В смысле? Блять. А я тащу опять. Сундук несу, чтобы его запинать. Запинать? А он упадет? В смысле? Подожди. А зачем мы его отодвигали, вопрос? А, подожди, типа дух может сюда проникнуть, да? Блин, я думал, что не для этих целей. Чего? Опа-на! Ключик. От комнаты с трофеями. А где эта комната с трофеями? Блин, то, что она не бежит, это меня вообще смущает. Да, представьте. Казуку Фэмили что-то смущает. Так. Так, трофеи. Так, ну это либо вот эта дверь, либо какая-то внизу, да? Нет, все-таки это была. Комната с... Блять. Понятно. Чего? А, по лестнице. То есть тут вообще ничего нет. Да, ловить нечего. Я прав? Я прав, блять? Или не прав? Понятно, тут все тоже нахуй заперто, да? О, лиса, блять. Лисичка, нахуй. Ц. Такая лиса, по-моему, была в этом. Resident Evil 3. Отсылка к третьей части, да? О, нет, этот гризли меня сожрёт. Не знаю. Так. Блять. Так. Ага, вот для духа. Это спуститься вниз. Понятно, у нас тупо тупики, да? Ладно. Анимешку включаем. Так. Я не сдала экзамены. Что мне делать? О! Охайо! Ты чё, японка? Серьезно? Я одна из гостей Вортема и Мика Минами. Точно, блядь, японка. Ха? И что? А, ну да, на ней же Юката. Я только сейчас заметил, блядь. Хули тут японка делает? Он занесет ее пизда, да? О, блядь, их читать можно. А я, блядь, думал, ту я проебал, да, значит? Ну ладно. Так. Какого уя? Какого уя, серьезно? И что делать? Я записку нашла. А вот сундук пиздец, да? Так, стоп. И нам это ничего не дало, вы в курсе? Что это нам дало вообще? Бляха-муха, это вообще нам ничего не дает.
Поговорил с японкой. О, блядь, там что-то внизу. Нихуя себе. Пам-пам-парам-парам-пам. Так. Да ёб твою мать. Спускайся, детка. Так, давай. Включай анимешку и погнали. Свет мой зеркальце, скажи. Ёб твою мать. Так, а это что за хуйня? Ты кто, блядь? Крыса, блядь. Ёбаная нахуй. Ёбаная крыса. О-о-о. Эта дверь ведет нас. О-о-о. Это ружья, это дверь. Так, а что это такое вообще? И чё? Нам чё, туда, что ли? Мне сыкотно. Что это за хуйня? Что? Да я-то понял, блядь, а чё делать? Ну, типа, опасность, да. Что? Блядь, опять вниз идти. Да ёб твою мать. Ну? А девочка идет, а девочка плачет, а девочка не хочет. Какой бизон? Вам не бизон нравится, девочки, а лизон. Так. Трим пабрам. Сколько книг сталкера там нету, нет? Письмо. Так. Иеремия, Дарви, ага, вот, в катакомбах есть гроб. Понятно. Мы нашли, значит, подсказку, да? Возвращаться к этим ёбаным катакомбам, сука. Как я не люблю то место, блядь. Так, надо мужику, наверное, отчитаться и идти в катакомбы, да? В смысле? Ёб твою мать. Блять, а как с ними сражаться? Дух может отпугнуть нахуй? А ну иди сюда, блядь. Вот сучара нахуй. Так, ладно, съёбывайся. Съёбуйся, блядь. В смысле? Так, подожди. А письмо я нашел? Так, подожди, а как нам от этой хуйни избавиться, типа? Это я, блядь, понял. А что делать? Как от нее избавиться? Иди ты вперед, блядь, заебало. А где она? Да ну нахуй, в смысле? Чё-то я нихуя не пойму, чё происходит, блядь? Какая-то хуйня, блядь, а как с ней сражаться, блядь? Блядь, съёбуемся. Съёбуйся, блядь. Быстрее, блядь, съёбуйся от этой хуйни. Блядь, она реально была невидимая, блядь. Я вообще не понимаю, как от неё... Так, подожди. Ну, это понятно. То есть в эту дверь мы никак, типа, не попадем уже, да? О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, подожди, я что-то не понял. А... Да и куда ты, блядь, идешь? Тебя, блядь, не поймешь, девочка. Давай вниз, пиздуй. Да ёбаный насос. С этим управлением просто, блядь, на джойстике было бы гораздо, блядь, проще. Так, чувак. Слушай, что там с тобой? Так.
А, пели скотч. Клэр. Так, я не понял, по логике вещей нам надо идти в катакомбы, а Клэр нужна. Ведь если бы я еще знал, где это Клэр. Сука. Понятно, мадам Лок. Да идите в жопу, заебали. Так, ну колодец маловероятно. Сад тот еще рано. Так, подожди, а кто тут? А, тут хрен. Ту-д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 у. Секретные материалы. Так, а возле сада не Клэр случайно? Или кто там возле сада будет вообще? Просто нам нужна, типа, намек какой-то, не? Не? Не нужен? Так, подожди. Блядь, а кто такой этот цветок, блядь? Так, нет, это не здесь было. Блин, а я-то понимаю, что катакомбы, а что нам там? Где точнее? Я что-то нихуя не просу. Так. Так, подожди, а как его прочитать? Так, мне нужно найти катакомбы. Да это понятно, а где искать? Твою мать. Блин, если бы я еще знал, где искать. Так, тут уже все, да? Это, скорее всего, то место, где начало было, да? Твою мать, сейчас по 3 часа еще тут бегать, искать все, блядь. Ой, господи, мать его так. За ногу. Не особо хочется в ящиках заглядывать. Я не такая любопытная, как ты думаешь. Просто есть предположение. Надо чуть ли не в трусы. Хо-хо. Так. А нам надо что-то найти в этих катакомбах дремучих. Так. Я чувствую, что мы прилично будем тут лазить. Следы крови. Что? Клетки какая-то хуйня. Так, ну то что-то старый хрен я в курсах. Так, подожди, а может ты что-то знаешь? Тайник. Блин.
Бляха-муха. Ну понятно, я так и знал, что тут здесь эта херня. Так. Ага, закрыть я не могу, да? Замечательно. Да, здесь много умерло людей. Так, ну ладно, раз сюда нам не надо, это понятно. Так. Значит... Так, а это не назад мы идем, нет? Упокойся с миром, садовник. Да, я рад, конечно, что он садовник. Но... в смысле, подожди. Так, тут все нахрен. Это я уже понял. Так. Твою мать. Вот и чё, куда нам идти? Я вообще что-то уже в этих закоулках попутал. Так, я, пожалуй, призраком займусь. Что-то мне не очень хочется туда возвращаться, именно бабой. Так, стоп. Это чей-то гроб, это понятно. Но тут никто не вернется, не? А то... Что? Это я понял, это мы читали, по-моему. Нет, тут ничего нету. Блин. Блинский. Зря сюда пошли, да? Так, а чё нам вообще в катакомбах делать? Тут же везде все нахуй позакрыто. Так, а это была одна дверь, да? А какая еще тут дверь есть? Тут их... Мягко говоря, до хера, да? Ой, чувствую, заплутаю я, Михалыч. Может, я рано пошел или поздно? Но это выход, все. Твою мать, и чё я профукал? Так. В катакомбах есть комната. Ага, могила безымянная в этом деле. Еремея я могу... Ага, понятно. Так, стопы. Так, это я уже понял. Значит... Так, интересно.
Значит, нам все-таки в катакомбы, да? Твою мать. Так, ну там тупик. Твою мать, неужели прохождение смотреть? Вот я не люблю такое, конечно, но... Блин, если выбора не останется или где-то затуплю, то, блядь, это реально надо смотреть ебучее прохождение. Почему ты не любишь игры, да? Потому что в них, сука, можно застрять, блядь. И застрять основательно, сука. Так. Тут ебучие камни. Допустим. А где мы проебали? Так, ну есть внизу гробницы. Так, стоп, а что будет, если... Я просто думал, может, есть какая-то типа... Так, и... А, или есть такая... Или есть у меня такое предположение, что... Тупо не активировался скрипт. Типа, возможно, я что-то не так точно сделал. Блять, ебать, мне стыдно будет, если... Короче, я что-то затупил, не то сделал. Просто я как бы пытаюсь сейчас по логике вещей играть, ну, блять, ну иногда бывают такие затупы, что просто... Что просто пиздец. Блять, я уже за... Две лестницы. Блять, я уже начинаю просто забываться, откуда я пришел. Да, отсюда. Вот. И мне это становится просто уже не смешно. Стоп, подъемный механизм. Блять, почему мне кажется, что вот этот подъемный механизм, он неспроста? О, блядь. Сука, и что это нам дает? Ничего это, честно, нам пока не дает. Вообще, блядь, ничего. Садовник. Блять, а при чем тут вообще, блядь, садовник? И нахуя? А, ну, когда это был рычаг, блядь. Твою мать. Короче, я последний раз сейчас вот это обшмонаю. И, короче, если я сейчас ничего не смогу сделать, то, короче, скорее всего, я что-то это... проебал. Основательно, при том же. Я просто чувствую, что что-то я не сделал. А что? Это, блядь, вопрос. Так, подожди, царапины. Так, ну это понятно.
Чего? Блядь, я основательно что-то проебал. Да я понял, что в урне ничего уже нету, блядь. Ни кристалл не светится, ничего, блядь. Кровь. Ничего. Короче, я чувствую, что нам надо возвращаться из катакомб. Из катакомб. И искать решение там. То есть мне кажется, что не активировался тупо скрипт. То есть я как бы по логике здесь, но по скрипту нет. То есть скрипт это такая вещь, что хуйня не активировалась, и пока ты не сделаешь последовательность действий, то, короче, соси хуй. Получается, у меня, походу, сейчас соси хуй. Вот. Так, а что мы могли проебать? Он сказал с женой поговорить. Может, нам в особняк надо? Сад. Ну, в саду это дура, блядь. Тут ничего нахуй. Подожди, а ключ от чего? Ну, понятно. Это не то. Так, а может в сад ебануть? Дом для гостей. Ну, там, наверное, ничего не будет. Наверное. Ой, наверное, ебануть в особняк. Только я жены там его не видел. Того типа. Так, кладовой мы, по-моему, тоже были. Да, наверное, мне кажется, все-таки надо долбануть в особняк. Прошмонать там. А сделаем это мы, в принципе, в следующей серии. Спасибо за просмотры, дорогие друзья. Ставьте лайки, приглашайте друзей, делайте репосты. Будет интересный материал. Мы будем стараться, в принципе, совершенствоваться. С вами был Денис Кочерга. Всем удачи. Всем до встречи. Всем пока.